бренд нашей вот новой программы, новой экспедиции «Якутия. Регион нового развития». Этим определяется, что мы хотим решить не сегодняшние проблемы, не завтрашние проблемы, а мы должны решить проблемы, которые будут стоять перед нами через десятилетия. Вот на десятилетия мы должны сделать прогноз, определить, какие же там производства или какие кластеры должны быть, какие технологии, новые материалы и вообще там вот в каждом населенном пункте в Улусе, какова должна быть емкость населения, какова должна быть экологическая емкость. Это очень важно. И их только можно спрогнозировать с помощью научного сопровождения, только на результатах научных исследований.